Приветствую вас, уважаемые зрители, с вами я, Ведьмак. Мы продолжаем играть в Метро 2033, Луч Надежды или Метро Last Light. В предыдущей серии мы... В предыдущие 3 серии мы путешествовали на дрезине. А теперь путешествуем на пароме. Дернул черт за ногу. Я же рыбак. Думал, тут клюет. Бревно! Тихо! Блин! Что мне все время не везет вот так? На поверхности началась ядерная весна, снег тает и затапливает туннели. Поэтому часть метро превратилась вот в такую вот Венецию. Ну скоро увидишь, кто там живет. Если кричу бревно, хватайся за поручи. Окей. А ты не мог бы рулить так, чтобы... Там, например, не впиливаться в бревно. Вот этот туннель ведет к площади революции и красной линии. Сегодня, когда рыбачил, оттуда какая-то лодка прошла. Серьезные люди, не беженцы. Пахан поехал, сукин сын. Теперь не шуми, шибко. Они этого не любят. А это их мир. Ишь, разлеглись, падлы. Их мир? Это кто вообще? Мы вас не трогаем. Чё это за скалопендры? Хрен их знает, из чего они мутировали. Мы их креветками в сотку кличем. На вид они, конечно, жуть, но мясо просто ум отъест. Особенно под пиво. Чё, солите? Креветки, значит. Не хотелось бы мне связываться с этими креветками. Как они на свет реагируют. О, зря я это. Ай, выйди от меня, жопа. Сейчас, подожди, дай дорежу, тварь. Не. Чего? Я согласен. А чё они вдруг возбухли-то? Не, ну это явно скрипт. Уйди. Противная. Смотри, плюются кислотой. Офигеть. О, глушишь рыбку? Да что ж вы делаете-то? Да вы сволочь такие. Ты посмотри. Ты жми быстрее свой мотор. Да я ж держу. Когда я должен был успел его схватить? Залезу сейчас. Суки. Чё творят, а? Я даже не успел, блин, повернуться, чтобы схватить. Поехали быстрее. Схавали тебе. Они нас сейчас сами схавают. Ой-ой-ой. Кто? Ты откуда выстрелилась, гнида? Уйди. Смотри, а. Капец, уйди от меня. Да. Сейчас убью тут нафиг. Такой, а чё тут? Кидай весь. Правильно. Ты пафосен, блин, как. Я не знаю кто. Iron Man хренов. Держись, сейчас как жахнет же. Серфинг. Да, блин. Да что держаться?
Ой, блин, ну вот это круто, конечно. Это было круто. Волны такие идут. Ну, блин, не повезло. Подземная Венеция. Остров, который стоит на темных пещерных реках. У подземной Венеции дурная репутация. Говорят, вся она большой воровской притон. Я точно знаю. Павел добрался до Венеции. И если я не опоздал, он все еще тут. Моей основной задачей остается найти следы черного. Но теперь я должен еще и постараться разгадать замысел комната, чтобы предупредить о нем орден. Бордель, похоже, еще тот. Вроде прорвались. Ты там не заснул, парень? Ну как тебе местная рыбка? Правда, симпатяшки. Только злые они сегодня какие-то. Видать, плыл кто-то до нас. Так подкармливать надо, чтоб не злые были. Открывай! Рыбаки пришли! Отварь яй! Вижу, вижу! А это еще кто? Пассажирье. Что, бросить его там надо было, что ли? Тоже мне, блин, мать Тереза. Может, ты его еще грудью покормишь? Сначала двое красных, теперь этот. А ты им тут то подними решил. Ой, ну забота целая. Ты хоть какую привез, что ли? А мальчика тебе не привезти, хер моржовый. На кой тебе девки? Ты решетку лучше опусти. А то сейчас как заплывет чего, тогда точно будет тебе баба с косой. Будь спок, Семенович еще всех вас перебьет. Семенович. Здорово, дефис. Как улов? А нет улова. Сами или ноги унесли. Если б не этот парень, уж не знаю, дошел бы сюда. Кстати, боцман. Боцман. Зовут моего спасителя. Где плавал? Здорово, Артём. Здорово. Спасибо за подмогу. Да, сам еле выбрался. Да вообще переростки эти якорем в глотку прямо лютовали. До развилки только дошли, они как накинутся. Плот чуть плотик. Ты уж определись, вши или креветки. А, ну так это... По этому самому туннелю красные на стрелку с бандитами прибыли. Вот они зверьё и раздраконили. А, вот оно. Бандитов что? Я положил, кстати. Артём, ты, я вижу, парень толковый, так что скажу прямо. Да, на Венеции полно бандитов. Они грабят, убивают, но в туннеле... Они грабят, убивают, дело обычное, да? Так что не лезь на рожон, мне разборки не нужны. Ну, я постараюсь, если мне на рожон никто лезть не будет. Я себя в обиду не дам. Смотри, все рыбачат. Э, Семён! Похоже... Рыба здесь слушай, живет. Где там наши красные гости? Так в борделе же. Где же им еще? Кстати, кто это с вами? Кто это надо? Артём. Гроза креветок. Ты бы видел, как он стреляет. Все патроны ссадил, блин. Ты задолбал тут. Стрелок, говоришь? Слушай, пару десятков жбанов тут не местным прострелить не поможет. Смотря что за не местные. Опять ты за свое. Бандитов запросто они положу. Чуть ли не все на сухом складе. Боссман, ну ей-богу. Ну самое же время. Приходи, добери тепленькими. Мы вдвоем. Я тебе уже говорил, еще раз скажу. Нет, мне тут твои авантюры без надобности. Ты меня понял? Да понял я, понял. Все, я пошел. Давай. Ну что за неместные, расскажи. Эх, знал бы ты, как они меня достали. Семен, может, подмагнул. А что там у тебя? Да шут его знает. Вчера еще порядок был. А тут все одно как чахоточный какой. Может, свечи? Ну, давай глянем. Так, ну ладно, в моторах я не разбираюсь. Что тут надо? Давай, катись дальше. Вежливые. Пацанчик, что рисуешь? Что-то ничего ты не рисуешь, я смотрю. Эй! Что делаешь? Не ковыряйся в грязи, заразу подхватишь. Ой, креветку разделывают. Понятно. Так. У. Патрончики. Эй. Ты чё, опупел? А, случайно. Пошел в жопу отсюда. Блин, только заснул же. Что вам, гадам, пусто было? Ладно. Поспать не дадут человеку. Не буду уж красть. Ну когда клюнет? Ну подожди. Ох ж мне эта рыбалка. Моим рыбу и тетя Надя нам сготовит. А ты откуда знаешь, что рыбу, а не рака, как мама? Какого рака? Я раков 100 лет уже не видел. Такого, от которого мама умерла. Я не хочу рака. Так
такого? Я бы хоть, не знаю, голос детский сделали ей. А то слышно, женщина озвучивает. Что это такое? Рака отпугивать? Нет, дочка. Дозиметр показывает много вроде радиации. Или не очень. Вроде мелкий такой, доходя. А как сыр, в натуре волосы на жопе шевелятся. Мой черный тут побывал. Че? Ты не в курсах? Че это там? Свежая крути педали, тушенка. Пока не дали. Ой, успокойся. Вы что-то хотели, молодой человек? А че предлагаешь? Выбирайте. Ну-ка, дай все пройти. Свежие. Очень свежие. Консервы, видимо, 20-летней выдержки. Машинки продаешь. Сам делаешь или отковыриваешь где? Смотрите, карта метро. Так, еда. Блин, Артем за все это время ни разу не поел толком. Ну, рыбу же едите вроде бы, не камни. Не люблю рыбу. О, смотри, бухло! Душонка. Ты чё ругаешься? Куда я иду? Патрончиков нарыл. Да что за дохлятина, а? Ну блин, работнички! Так, нам туда. Да что ж за зараза? Не идет. Да ну ё-моё, они пусть тебе найдут. Ну ты слёшься. А ты чё пыришься? Спокойно. Чё у вас тут? Эй, молодой человек. Да-да, вы. Не выделите пару патрончиков. Мне не хватает для одного важного дела. Для какого? Какой-то ты. Принципиальная позиция. Уважаю, уважаю. Да возьми, мне не жалко. Ну ладно. Чё тут у тебя? Ой. А, это я подкинул ему. Сыграй. Блин, бедняга побитый какой-то. Надо ему дать патронов. Ну что-то я проконетелился. И громче играешь, что ли? Ничего не слышно. Чего стоим? Кого ждем? Музыку слушаю, чё ты? Ой, так без тебя грустно. Ты ещё тоску навеваешь, ну тебя в пень. Так. Может, всё-таки... На. Может, судите ещё патрончиков? Слушай, ну блин, ты... Совесть имей. Работать иди. Вроде бы здесь работа есть. Барсет. Не, не надо мне барсетка. Чё скажешь? Так, мне куда-то туда. В оружейную? Ну, давайте пока. Глянем, чем местные живут ещё. Здрасте. Ну что, осмотрелся? У меня к тебе серьёзный разговор. Давай на чистоту. Ты, похоже, застрял... Погоди. Дневник. Подземная Венеция. Три станции, наполовину затопленные грунтовыми водами. Говорят, раньше был настоящий город с таким названием. Древний и прекрасный. Кто знает, что с ним стало. Да, стоит, скорее всего. Вряд ли его разбомбили. Здесь надолго. Кругом затоплены тоннели. На Новокузнецкой тебя, скорее всего, шлепнут. Выходит, что идти тебе дальше некуда. Я как-нибудь пройду. Так я тебе и предлагаю. Оставайся с нами. Ты молодой, сильный, не пропадешь. Работа для тебя найдется. А ты у нас с толковой молодежью. Бандиты кругом. Ну кто к нам пойдет? Подумай. Походишь с нашими рыбаками на промысел. Не, мужик, мне идти надо. А там, глядишь, и обживешься. Ты смотри. Мы тебе и девушку подыщем. А, ну спасибо. Ладно, не хочу на тебя давить. Иди осмотрись пока. Только не нарывайся. Бандюки нервные сегодня какие-то. Знаешь, я тоже сегодня не очень доволен жизнью. Если что, мозги по стенам размажу только так. Так, что у нас здесь? Парень, подкинь патрончика. У тебя-то полно. И чё? Свидание. Опять икра. Я уже её видеть не могу. Ты бы мне хлебушка достала, а? Где же я тебе хлеб? Я. Его даже на... А ты кого ждал? Открывай. Блин, кому-то плохо там. Ну ладно.
Морда у тебя бандитская. Не дам. Я что, альтруист, что ли? Ну, я, конечно, немножко альтруист, но... не сын миллионера. Опять эта рожа. Я ее уже 100 раз видел в предыдущей игре. Что-то дети одних и тех же страшилищ рисуют. Ладно, идем дальше. Че вообще? Сейчас пинка тебе дам, плавать будешь. Дурак. Хрюгели. Кто-то на баянчике. Так, а где оружейная-то, собственно? Не. Я похож на Вилина? Опять нажрался. Не открою. Тебя же узнать невозможно. Лишь распить. Опять нажрался, скотина пьяная, скотобаза. Чё такое? Слышь? Нет, чё так медленно? Ты кого трогаешь? Бык. Чё очкарика согнал? Да нормально все тоха, чё ты? Девок всех распугал. Мясо два раза и первач, бегом. Все, все, тоха, сейчас все будет. Я сейчас кому-то в тыкву дам, точно. Почему не могу? А нахрена вам столько патронов? Солите вы их, что ли? А ты глянь, раз надо же. Тварюка за решетку проберется и поймешь. Бухла не надо, есть хочу. У них панцирь, ого-го. Ой, люди. Ну ладно, бахнем немножко. Так это же все, попасть надо. Хорошая штука, правда? Повторить? Нет. Слышь, попроси своих мне броник. Ой, а что у меня? Мир замедлился кругом. Эти на соли подкину. Ну и дури хорошие. Так, ладно. Выпили немного на дорожку. Идти надо дальше. Так, бордель, да? Бордель мне не нужен, не интересуюсь. О, голых баб возит. Народ живет. Вот и вся культура. Так, пройти здесь можно? А люди живут, блин, в халупах, построенных на скорую руку. Печаль. Оружейное. Самое свежее мясо. Покупайте. Крысятинка. Налетайте. Разбирайте. Не, я... Ты чё творишь, слышь? Дед. Грязный извращенец. Чем могу быть полезен, молодой человек? Я вас слушаю. На Постнера похож. Не стесняйтесь. Или какого там? Так, волына, где волына? Бывай, пацанчик. Если чё, я завсегда тут. Эй, парень! Правила простые. Идёшь на позицию и убиваешь всю живность. Успеешь до сигнала, приходи за выигрышем. Какой-то ты подозрительный. Правил, бриться можно. Ну, как хочешь. Фига себе, не берут. Ты чё вообще-то допыжился? Ну, я типа... думал, будет спрос. Не, ну ты вообще, бля, спрос, абсос. Я, бля, ладей, слюни товары и два рожка процентов. Какие два рожка? Почему два? Мы же договаривались. Добазаривали, что ты все загонишь. И где, бля? Ну, пацаны, ну не получилось. Хрена себе не получилось у него. Не, ну вообще, бля, товар, бля, гони, за патронами позже зайдем. Я все отдам, пацаны. Как-нибудь можно вмешаться? Бесит они меня. Не, я реально не догоняю. Стреляй, где, бля, наш товар? Нет, ты реально вообще не отстреливаешь? Стреляй, где бабос? Да ну, пацаны, ну какой бабос? Не берут же нифига. Ну чё, надумал, где филки возьмешь? Ты думай, думай. Только мы долго ждать не будем. Ну, пацаны, ну завтра... Ты чё, вообще, какое завтра, блин? Короче, блин. Ну хватит, хватит. Что случилось? Мишка потерялся. Тихо, тихо, тихо. Ну все, все. Ну, найдем твоего Мишку, найдем. Не плачь. Где ты сегодня гулял? Я хотел Мишке показать, как утири стреляют. А дядя на меня накричал, и я убежал. Там что ли?
Ну, давай попробую достать тебе мишку. А, нет. Мишку тут не видели? Алло. А что такое? Да где ему попасть? По крысам стрелять? Мило. Так, ну я что-то не вижу здесь мишек. Отвалите от него. Все равно ничего не добьетесь. Заходить. Захожу. Так, чем стрелять-то? Так, и чё? Ну чё, кто со мной забьется, что он всё разонёт? Чё, кому? Да хоть полжнёт, а если все попадёт? Ну и? Да хоть три, ты чё, он косой же реально! Косой реально! А чё, ещё что ли стрелять? Нет? Я чё-то не увидел мишку, ребят. Молодец, держи патроны! Может, поднимем ставки? Ну... Давай. Прошу! Не знаю, зачем я это делаю. Вообще, пытаюсь найти ребенка медведя. Здесь ли он, я даже не знаю. Ну видишь, попал же вам! Ну разве дураку везет? Пусть еще попадет. О! Вот мазила! Видал, миндал? Еще попал! Косой! Ты че меня подводишь? Спокойно, не орите. Так, что у меня там по патронам-то вообще? 8 патронов, зашибись. Ребят, мне надо перезарядиться бы. Молодец, держи патроны. Спасибо. Может, подымем ставки? Так, куда уж еще больше-то ставки подымать? Так, что-то я не увидел медведя. Не знаю где. Здесь тоже вроде не валяется. Да без мазы тут ему, он и в стену не попадет. Ну, не знаю. Развлечение сомнительное. Мама сказала, никому не открывай. Так и чё, парень, пошли покажешь, где медведя потерял. Не, не пойдешь? Ну ладно. Давай, не знаю. Оружие-то продаете, не? О! Так, это дерьмо, дерьмо. РПК, конечно, штука хорошая. Я понимаю, что она крутая. И досталась мне, кстати, за предзаказ. В общем-то. Но я думаю, я и воспользуюсь при следующем прохождении. Тогда... Не, это не будем ставить... Реальная волына для реальных пацанов. А это что? Налетай, разбирай. ЛЦУ, довоенный лазерный прицел, давай, облегчает и ускоряет прицеливание на ближних дистанциях, позволяя с легкостью вести прицельный огонь от бедра. Ставим. Тюнинг. Чё, есть? Так, не буду оптику ставить. Что, у нас здесь тоже ЛЦУ? А, давай поставим. Не скажу, что... Очень уж... Не понял. Да, установить. Братва! Есть чисто конкретные волыны. Свежая поставка. Да не вижу я чисто конкретных волын. Нехрен тут тусовать. Закрыт склад. Черт, не убить. Где нормально это оружие? В первой части там... Винторез был. Вал, по-моему, еще что-то. Калаш 2012, так называемый, был. Так, что у тебя по патронам? Так, продать. И вот планик. Купить. Так, ну и все, пока. Большие города. Ну чё, пацанчик, заходи еще. Зайду, не боюсь. Так, где ж ты медведя-то потерял, дитя моё? В смысле, не моё, конечно, но не моё. Жалко. Вернули бы ребенку игрушку. Давай, девушка.
Ну, давай. Давай, парень, не стесняйся. Ща покажу. Ща покажу, все покажу, всем покажу. Так, быстро перезарядим. Это кто от рыбоцилы попадет? Ты какой? Сейчас точно мазанет. Ты чё, обрыл? Опять попал? Да без мазы тут ему, он и в стену не попадёт. Вот они всего три обрыл. Интересно, дальше за лучшее. Не, ну вообще. Всех завалял. Вот это я встрял. Ну ты дал, стрелок. Держи. Медведь? Вот специальный приз. Ну да, я догадывался. Обычно мишени до вечера хватает. Ну да ничего. Гриль простаивать не будет. Точно. Оптимистичный взгляд на жизнь. Мелкий. Не. Медведа. Мой Мишка. Мама, Мишка вернулся. Воссоединение. А пирожки были вкусные? Ты больше не уходи без меня. Ой, спасибо вам огромное. Я уж не знала, что делать. Что делать, что делать? Что нужно дяде сказать? Дядя помог Мишке тебя найти. Ну, что надо сказать? Спасибо. Да на здоровье. Спасибо большое. Ему этого Мишку Семен сверху принес. Игрушек здесь сами понимаете. Ну, понимаю. Местечко у вас тут не самое рентабельное. Ну что, пошли домой. Давай, иди домой. Так, ну что? Мне-то куда идти? А, в бордель, да? А, блин. Маслята меняю, продаю, покупаю. Надо кому волыну. Так, ну что, где мы еще с вами не были? Я чисто уже ради интереса брожу тут, чтобы все показать, все посмотреть. Ну, пару нищим мы помогли, не знаю. Здрасте. Ты кто? Телок не калечишь, ясно? Жги чисто еще, три рассказа. Не дам, не поощряю. О, сосредоточенно лапает сиську. Магнитофон. Интересно, если я положу, мне это в качестве чего... Не хочу смотреть. Вульгарно, некрасиво. Алло! Это ты чё, совсем уже одурела? Как бешеный. Так, пахан тут, я смотрю, отметился. Мне говорили, что подземная Венеция – город воров и душегубов, но я тут нашел и обыкновенных людей. Они наладили свою жизнь как могли, обустроили свой крошечный мирок и очень боятся, что бушующий снаружи хаос захлестнет и их. Они просто хотят жить. Чё, в натуре? Да чё ж такое? Всем корешам за... Ну ладно, отдохнули, пора и честь знать. Значит так, сейчас рассчитываемся с Кислым и дуй к товарищу Корбуту. Доложишь, что контейнер с вирусом доставлен на Октябрьскую. Бактериологическое оружие. Двинули чё дальше, мне... дело не ждет. Что за... Тихо. Чего кислая мина? Не по себе мне что-то. Мы ведь угробили там все. Ну ты прямо атас. Ну, прямо бешеный. Ну, сказал бы по-человечески, что не в моготу. Успокойся, нужна ты мне. Что тебе станцевать, сладенький? Ничего мне не надо от тебя. Говори, не стесняйся. Я сама. Не люблю вульгарных женщин. Всё? Странный ты какой-то. Так. Эй, если надумаешь вернуться, уйди от я меня. Я всегда тут, рядом. Так. Пошли, да? Они, похоже, вирусное оружие хотят применить. Сволочи такие. Так, что у нас здесь? Что, последуем за негодяями? Закрыто, закрыто. Уже не важно, в общем-то. Блин, как мне ПНВ не хватает? Это капец. Вроде бы здесь его не было. Нельзя было купить. Может, я, конечно, просмотрел, как последний.
Так, ну, эти вроде бандюки, конечно, но пока валить не хочу. Следующий. Ходит, топчет. Зараза. Оп! Вот давно я бандюка морду не бил. Ты кто? Спокойно. Фонарем мне не свети в глаз. Блин, бесишь. Сука тебе. Оп. Улегся. Все ок. Все хорошо. Не дергаемся. Не дергаемся. Ведем себя натурально и естественно. Сделайте вид, что меня нет. Видал того в шлеме? Он крайнего раза чемоданчик притаранил. Кисло еще потом чемоданчик этот на Октябрьскую сказал оттаранить. Агитация там типа, все такое. Только есть маза. Что лажа все это про агитацию. Блин, мне надо этот чемодан достать. Чемодан с бумажками замок вешает. А че ж там было-то? Так а то ж. Знать бы. Все, отговорили. Это говорили годы золотые. Ой! Я не то хотел сделать, извини. Извини, братан! Попутал немного. Ну, судьбинушка у тебя, значит, такая. Так, это что у них здесь? За галерея картинная. Ты чё? Сейчас только выберу, чё покрасивше. Упоролся, что ли? Картины резать. Блин, тут и так в метро уже искусство. Ни хера не осталось. Без... А ну, чё там? Ой. Это тебе за совет плохой. А это тебе за... То, что принял к сведению. Что нарисовано-то, я не пойму. Чего смешного, гады? Это что, они грибы тут выращивают? А они тогда чё? Ну а чё? Так и поползли. Ну а чё они? Чё, слышь, чё? У нас вот как-то тоже было. В общем, накатили мы с пацанами. Нормально так накатили, только шурачки не лазили. Ага, не лазили. Да вы ж на постой, ладно? Ну, короче, мне набухались, но решили добавить. Тю, так это разве набухались? Так тоже мне добавить, это же завсегда. И вообще, чё он мне? Я вам чё, мешал? Блин. Ну все, типа, две дальше. Ну так вот. Две нет, походу глюк. Блин, я автоматом жму на другую кнопку, хочу их оглушить, а убиваю. Ну чё, типа, смотрим, а они так по стенке стремаются, типа. Кто они? Ну, типа, не наши. Мы, бля, на них, типа, ж караван. А такие ж, бля, жлобы здоровые, еле-еле мы их работали. По карманам, а там хер ночевал. Ну, мы рогом пошевелили, решили самих их продадим, добавить хватит. Ну, же реально добавить надо было. Ну так, ну и чё? Притаранили на станцию. А это приколи спиря с плотником. Вообще, короче. Мы сами куда ходим. Это после твоих фильтров? Сомневаюсь. Ну, бывайте. Эй, мать. Чё? Эмля. Эмля. Вроде хрен там какой. Чё вообще? Вообще. Вообще чё? Вот сейчас
Вот падла. О, 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 закипишились. Ну, как ты меня... Так, ладно. Пошла веселуха. Вы больше лампочками светите. Так, тут еще один бежит. Блин, ну я не хотел этого, случайно получилось, честное слово. Дебилы. Все, уработал. Мне еще кто-то остался. Лампой светит. Давай, давай. Пацаны, нашего завалили! Да ты че? Ну, вот такая ваша судьба бандитская. Сегодня ты пулю послал. Завтра тебе. Че удивляться? Только патронов у вас почему-то ни хрена нет. Это вот мне не нравится. Но я старался вас обойти. Не вышло. Печаль. Как говорится, кесарю кесарево. И чё, я сюда полез? Хрен бы знал. Выход! Чё такое? Почему я не могу заряжать свою пычкалку? Ну ладно. Оп! Бросай оружие! Руки за голову! Надо же, кого я вижу! Ох, ловкач! Все черного ищешь? Раньше надо было суетиться. Архиполезные ребята эти твои черные. Товарищ Корбу давно на них глаз положил. Их если приручить, да на врага выпустить. Ублюдок ты. Так, спокойно, спокойно. Твоя взяла. Что теперь? Раз ты черного ищешь, он тут, недалеко, на Октябрьской. Могу провести. На этот раз без сюрпризов, обещаю. Лежат, суки. Артем? Ах ты, сука! Мочи! Сука, точно. Ушел. Чё ты вылез? Упырок, блин. Садил бы тебя. Чего ты сам на склад ломанулся? Меня позвать не допёр? Надо было так. Так тоже ничего получилось. Только теперь валить тебя отсюда надо. И в темпе. Я тут один ход на поверхность знаю. Правда, там наверху болото, но пройти можно. Идем быстрее. Вот если бы ты не появился, я бы его заводил нахер. Суку такую. Ладно. Что-то я разошелся. Давайте на сегодня закончим. С вами был я, Ведьмак. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. Приходите еще. Всем пока.